Приумножая, сохранять. Так можно в двух словах описать экологическую политику компании «Севернефтегазпром». Предприятие занимается разработкой южно-русского месторождения. Оно является одним из крупнейших в России. Промысел запустили в 2007 году. В 2011 началась опытно-промышленная эксплуатация первой в стране Туронской скважины. Газовый промысел Южно-Русского является одним из передовых, как в техническом оснащении, так и с точки зрения природосберегающих технологий. Иван Фролов расскажет подробнее. Мощность южно-русского месторождения 25 миллиардов кубометров голубого топлива в год. За добычу отвечает один газовый промысел. Это высокотехнологичный комплекс, оснащенный оборудованием последнего поколения. По многим параметрам он не имеет аналогов в России. Кроме того, процесс модернизации и начинки цехов идет практически постоянно. Выполнена установка внутренних устройств разработки фирмы «Нигаз» и «Зульцер», которая позволила нам увеличивать производительность аппаратов с 12,5 до 15,3 миллионов метров кубических в сутки, а также уменьшить унос тега тритиленгликоля с 8 грамм на 1000 кубов газа до 0,9 миллиграмм на 1000 кубов газа. Регенерация отработанного триэтиленгликоля происходит непосредственно на промысле. Это позволяет существенно удешевить осушку газа. Инновационные решения на дожимной компрессорной станции исключают технологические потери углеводородов. Теперь газ, который мог уйти в атмосферу, используется для внутренних нужд. Кроме того, модернизации подверглась и факельная установка. Выполнена замена факельного головка с ветровым дефлектором, которая, позволила нам увеличить срок службы до 20 лет. Прежний был установлен, который был рассчитан на срок службы 10 лет, а также уменьшить расход топливного газа на сжигание на начало факельного коллектора в 6 раз. Особое внимание очистки воды. Внедренные на предприятии технологии позволяют удалить все растворенные в ней летучие соединения, в том числе горючий и взрывоопасный метан. Кроме того, собственная разработка компании «Севернефтегазпром» позволяет устранить негерметичность резьбовых соединений без остановки работы скважины. Все это в комплексе делает добычу газа безопасной, а негативное воздействие на окружающую среду минимальным. Иван Фролов, Павел Прожогин, Николай Александров, служба новостей «Импульс».